Вы же с министром ВКонтакте, да? Нет. С министром связи. В смысле, ВКонтакте. Но он сказал написать вам ВКонтакте, мне сказал. Был у нас в гостях. Да. Он приходил сюда просто, мы здесь с ним общались. Вот. Ну понятно, я имел не в сети контакта, а вы с ним в прямом контакте. Ну прямого нет, только через ВКонтакте, но я его еще недавно... Пойми его, что он говорит, непонятно. Нет, я имею в виду то, что я его в друзья еще не добавил, а здесь... А телефона у меня его нету. Ну ладно, дайте мне вот то, что вам нужно... Нет, а то, что вам нужно будет. Это мне не нужно. Что вам нужно будет. Хорошо, я как вам передам? Пишите ВКонтакте, да?